Друзья, всем привет! Мы снова на канале «Я люблю тебя, Москва», и сегодня у нас продолжение японской культуры, японской тематики. Тоже он занимается поп-артом, психоделическое такое искусство. Зовут его Кейчи Танами. Выставка называется «Страна зеркал». Очень интересная выставка, она бесплатная. Здесь тоже очень красиво, очень интересная выставка. Мы с Димой все вам покажем, все посмотрим. Приходите сюда, опять-таки, если вы любите японскую культуру, вам здесь должно понравиться. Кейчи Танами родился в Токио в 1936 году. Там он прожил всю войну, а в 1945 стал свидетелем атаки на город американских ВВС. Именно эти эмоции, полученные в раннем возрасте, стали основой его произведений. Впрочем, не только. Среди других тем – эротика, взаимоотношения жизни и смерти. В начале своего творческого пути Танами интересовался авангардным кинематографом, принимал участие в хэппингах Йоко Оно, создавал иллюстрации для фэшн-журналов. В конце 60-х он впервые увидел картины Эндрю Уорхола и был покорен эстетикой поп-арта. Художник стал экспериментировать с жанрами и техниками и быстро добился успеха не только на родине, но и за рубежом. Посетили эту прекрасную выставку. Ну и что сказать? Я люблю тебя, Москва. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Всем пока! И сегодня у нас продолжение японской культуры, японской тематики. Мы с Димкой решили посетить галерею, выставку Кейчи Танами.